для того, чтобы приступить к созданию онлайн-кинотеатра, у вас должен быть создан домен и подключенный к нему хостинг. И на этом хостинге, на сайт, на котором вы собираетесь создать онлайн-кинотеатр, на этом сайте у вас должна быть установлена CMS WordPress. Если вы не знаете, как это сделать, то напишите мне, и я вам помогу, конечно же, бесплатно. Итак, после того, как вы установили WordPress, вам необходимо в первую очередь установить тему оформления вашего онлайн-кинотеатра. Мы будем создавать онлайн-кинотеатр на продвинутой теме современного нового поколения. Эта тема обладает отличным дизайном и крутыми возможностями. Я, если честно, ничего подобного ранее не видел. Эта тема разработана компанией Template Monster. Эта тема оформления, она уникальная и обладает хорошим дизайном и расширенным функционалом. И эта тема идеально подходит для онлайн-кинотеатра. Над этой темой трудились несколько дизайнеров, разработчиков, поэтому она получилась очень стильной. Для установки этой темы вам необходимо кликнуть по ссылке, которая расположена в описании к этому видео. Эта ссылка находится под видео. Вы кликаете по этой ссылке и попадаете вот на такую страницу. Смотрите, на эти цены вы внимания не обращайте. Значит, данная тема стоит $85. Если посчитать по нынешнему курсу, $85 на 63,78, получается 5400 рублей. За эти деньги вы получаете современный сайт, на которой можно создать онлайн кинотеатр с очень крутым оформлением карточек с фильмами. И действительно, это сайт, тема оформления нового поколения. На ней возможно реализовать такие вещи, которые нельзя будет реализовать на стандартных темах оформления. Так что я рекомендую вам установить данное решение. Для того, чтобы установить данную тему, вы должны спуститься вниз и кликнуть «Добавить в корзину». Смотрите, здесь кликнуть по... Вот это всего ничего не надо добавлять. У вас просто 8, вот этот ценник. И кликнуть «Оформить заказ». И после чего нужно ввести номер телефона и другие там e-mail, поводить номер карты и кликнуть «Оплатить сейчас». После чего, после того, как вы все это сделаете, к вам на указанный вами e-mail придет письмо с ссылкой для скачивания вашей темы оформления. Вы скачиваете вашу тему оформления в виде архива. У вас этот архив скачается в папку «Загрузки» на вашем компьютере. Затем вы переходите в папку «Загрузки». Вот он, скачанный архив. Вам нужно разархивировать. Извлекаем файлы. И немножко ожидаем. Вот у меня разархивированы файлы, кликаем два раза, открываем, смотрите. У этой темы имеется уникальная возможность не настраивать. Мы можем выгрузить все стандартные настройки и далее просто модернизировать по нашему усмотрению и заполнить своим контентом. То есть тут даже эту тему не надо настраивать. Поэтому эта тема нового поколения, о чем я вам и говорил. Итак, давайте, вот вы открываете ваши файлы, и вот архив, вот он архив, это как раз таки файлы вашей темы оформления. Нам нужно вернуться на наш сайт, здесь мы заходим, наводим на внешний вид и выбираем тему. Здесь нужно кликнуть «Добавить новую тему» и кликнуть сверху в открывшейся панели, кликнуть по кнопке «Загрузить тему». Здесь мы должны кликнуть «Выберите файл», находим в папке «Загрузки» наш файл, открываем, и вот этот архив нужно подгрузить. Видите, он подцепился, этот архив, и кликаем «Установить». Теперь нужно кликнуть «Поактивировать». Итак, тема у нас активна. Теперь нам нужно установить все необходимые плагины. Вот ссылка, видите, «Begin Installing Plugin». Нужно кликнуть по этой ссылке, для того, чтобы подцепить все необходимые плагины, которые были предусмотрены разработчиками. Нужно выделить все эти плагины вот сверху. Кликаете вот сюда, и все выделяется. Вот из раскрывающегося списка выбираем «Install», то есть «Установить», и кликаем вот «Применить Apple». И пошла установка. Смотрите, все установилось, теперь кликаем «Вернуться» на страницу рекомендуемых плагинов. Так, теперь все выделяем. Все эти плагины, видите, они установились. И выбираем «Активировать». «Activate». Да, из этого раскрывающегося списка, и кликаем «Применить». Все активировалось. Теперь давайте выйдем на главную страницу в консоли, вот сюда снова,
Кликаем. Теперь нам нужно установить демо-контент. Смотрите, вот наводим сюда Alinop, Alinop Web Migration. Сейчас еще раз. И импорт выбираем. Кликаем Import From. Выбираем файл. Здесь, смотрите, мы заходим. Вот у вас будет папка в ваших файлах вашего. Вот смотрите, вот она тема, да? Заходим. Вот эту тему мы установили, но у вас еще вот демо-контент есть. Папка, заходим сюда. Итак, вот он, этот архив. Вам нужно его разархивировать. Извлечь файлы. Окей. Вот. Этот архив распаковался. Заходим в эту папку. И подгружаем вот этот файл с демо-контентом. Итак, у нас начался импорт необходимого демо-контента. То есть, всех тех настроек, которые предусмотрели разработчики. И так любезно предоставили нам возможность не настраивать сайт, а загрузить его базовые настройки. Итак, ждем, пока все загрузится. Итак, все настройки завершены. И давайте просто я вам покажу, что у нас получилось. Заходим, переходим на сайт. Посмотрите. Просто представьте, вы все, что сделали, это установили тему оформления, поставили все рекомендуемые плагины, причем вы их не искали, вы их установили одним пакетом, активировали и загрузили, конечно, весь контент, ну, то есть загрузили настройки и контент данной темы оформления. И посмотрите, она полностью настроена. Вам всего все, что осталось, это просто подставить свою информацию, свой контент и все. Вам больше ничего делать не надо. То есть за такие деньги вы получили по факту уже настроенный сайт. Смотрите, тут какая красивая. Вот смотрите. В общем, я вам расскажу сейчас. Тут есть три варианта как бы карточек фильмов. Первый вариант, который в основном используется для презентации фильмов, которые ожидаются к выпуску. То есть там как бы для раскрутки фильмов. Вот, например, вот, «Бегущий по лезвию», да? Смотрите, баннер, такая красивая, другой выпуклый баннер. Тут название, год выпуска, рейтинг, все категории, к которым относится, да, фильм, описание. Тут еще какая-то информация, актеры, режиссер. И смотрите, что «Плей-трейлер», кликаем. Мы можем посмотреть трейлер, да? Кликаем, закрываем. Можем рассказать. Можно кликаем сюда, рассказать о фильме. Или посмотреть все остальные фильмы, да? Это первый вариант. Возвращаемся назад. Второй вариант. Как мы можем представить наши карточки в виде ревью. Они называются ревью, короче говоря. Кликаем вот сюда. Допустим, смотрите, тут это как бы баннер, описание, рейтинг, автор, да, то есть вы как человек, который делает записи, можно рассказать. И смотрите, при прокрутке здесь идет контент, текст, да, можно и плеер с фильмом ставить, а вот эта часть остается на месте, самое интересное. И тут идут метки, категории, все, что вы хотите. Допустим, можете поставить актера, который играет в данном фильме. При клике будет отображаться все фильмы с этим актером. Это очень удобно. И третий вариант, как вы можете представить фильмы, это в виде обычных постов. Вот, например, да. Смотрите, это превью поста вышло. Да, тут все также меточки. И посмотреть полностью. И все как в прошлом, да, варианте. И вот здесь можно такой слайдер сделать, самый популярный фильм. Ну и слева меню. Теперь все, что мы с вами сделаем в данном курсе, это заменим контент. Я вам покажу, как создаются карточки, как мы будем не удалять контент, мы будем его редактировать. И это очень удобно. И по факту мы с вами, я вам покажу, как за один вечер создать свой собственный онлайн-кинотеатр, причем очень крутого качества. А, и, кстати, фишка тут такая, которая мне очень сильно нравится. Смотрите, видите, белый. Клиенту не нравится, допустим, белый фон, ему нравится темный тона, он маркер переключает, у него получается сайт с черным. Итак, давайте, знаете, с чего начнем? Давайте-ка мы начнем с настройки вот этого сектора, где будут как бы новинки или какие-то фильмы. Ну да, я думаю, самые такие новинки будут. Этими займемся на следующем уроке.